Финтастика. Знания, которые экономят вам деньги. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ролики, которые сэкономят ваши деньги. Государство в лице своих проверяющих органов регулярно проводит мероприятия, направленные на контроль совершения юридическими и физическими лицами валютных операций. Например, Банк России – главный регулятор валютного рынка. Он обладает правом устанавливать формы отчетности по валютным операциям, которые осуществляются в стране резидентами и нерезидентами. Кроме того, важным является соблюдение сроков представления всех отчетов, а также порядка подачи документов. Какие операции подлежат валютному регулированию? Во-первых, операции в любой валюте, кроме российских рублей, между резидентами, гражданами России и нерезидентами, подданными других стран. Во-вторых, операции в иностранной валюте между резидентами. В-третьих, валютные операции между нерезидентами, проводимые на территории России. Важным моментом для регулирования является создание правил ввоза в страну и вывоза из страны валютных ценностей, а также контроль за их соблюдением. Что еще подлежит регулированию? Следует не забывать о внутреннем валютном рынке страны. Установление курса валют Банком России – одна из ежедневных функций валютного контроля. Для чего это нужно? Для регулирования объемов импорта и экспорта. Связь очевидна. Чем ниже курс рубля по отношению к другим валютам, тем дешевле будут стоить импортные товары, а это невыгодно отечественным производителям. С другой стороны, чем больше рублей будут давать за 1 доллар США, тем более конкурентоспособными будут российские товары на мировых рынках, поскольку в пересчете на иностранную валюту цена будет ниже. Нахождением оптимального курса, отвечающего стратегическим целям государства, и занимается Банк России в рамках валютного регулирования. Свою политику в сфере валютного регулирования Банк России реализует через коммерческие банки. Для осуществления внешнеэкономической деятельности финансовые организации должны получить соответствующие лицензии, которые могут быть отозваны в случае нарушения норм законодательства. Эти организации также проводят некоторые обязательные операции с иностранной валютой. Например, обязательную продажу части валютной выручки экспортерами товаров и услуг. Если банк работает с таким клиентом, то продажа валюты происходит автоматически. На это не требуется даже заявка от экспортера. В этом случае банк выполняет функции агента валютного контроля. Еще одной задачей валютного регулирования считается противодействие оттоку капиталов за границу Российской Федерации. Например, российская компания переводит на счета нерезидента предоплату в рамках крупномасштабных долгосрочных проектов. В соответствии с требованиями регулятора, роль которого, как мы помним, выполняет Банк России, поставка должна быть произведена в строго определенный срок. Если этого не происходит, то возникают штрафные санкции. А дополнительным требованием для того, чтобы избежать фиктивных сделок, является создание паспорта сделки и его доскональная проверка. Если вы импортер или экспортер, то, скорее всего, сами на себе испытываете все прелести валютного регулирования. Если вам сложно работать в этом правовом поле, предлагаем открыть счет в Европе за 24 часа. В этом вам поможет Builderlinks. Доступно удаленное открытие в течение суток, выпуск банковской карты MasterCard и установка мобильного приложения. С помощью этого счета вы можете совершать моментальные платежи в более чем 1,5 сотни стран мира, используя SWIFT, SIPA, FPS и CHAPS. Платежи доступны в 21 валюте, что очень удобно для сокращения комиссий при конвертации.